Доброе утро, дамы и господа! Сегодня мы снимаем с вами первый в этом году Тикетон Лайв, и нас ждут офигенные новинки. С вами Лиза Моисеева, канал Тикетон, и с нами вам всегда есть что посмотреть. Итак, первая новинка текущей недели – фильм «Тихая ночь». Это драма и комедия. Как так, спросите вы? Черный юмор, отвечу я вам. Мы стареем. Мы всегда старели. Каждому по картофелине. По одной. Кто смотрел «Речь королевы»? Да она сейчас в каком-нибудь бункере, в окружении консервов и собачьей еды. Следующая новинка называется «Аллея кошмаров». В фильме очень классный актерский состав. Фильм рассказывает о мошеннике, который перешел дорогу не тем людям. Не ты дурачишь людей, старый. Они сами себя дурачат. Я вас озолотил! Пора бы и мне хоть что-то. Когда это закончится? Я хочу знать. Стоит насолить не тем людям, как мир вмиг становится очень и очень опасным местом. Следующий фильм называется «Голос любви». Фильм о продюсере и молодой, талантливой певице, которой предстоит очень трудный, долгий путь к своей мечте. Я не больна, мама. Это любовь, и он чувствует то же самое. Вы не понимаете, моей маленькой принцессе нужен принц, а не сморщенный старикан, который вдвое старше ее и два раза был женат. Один. Даже при полном зале я пою только для него, мама. Следующая и последняя новинка на сегодня с рейтингом 6+, и называется «Даже мыши попадают в рай». Лисенок и мышонок после несчастного случая попадают в звериный рай и, забыв о своих инстинктах, подружились. После того, как они вернулись на землю, они поменялись ролями, но сила их дружбы помогла им сохранить добрые отношения. Вы кто вообще такие? Белобуз. Лиза. Очень приятно. Держись от меня подальше! Не хочу, чтобы лисы меня доставали и после смерти! Ого, ваши места рядом! Вы что, умерли вместе? Скажите, он ведь очень страшный? Нет! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам успехов в этом году. Ставьте нам лайки, подписывайтесь. Пока-пока!